Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Меня зовут Юлиана. 8 октября – время просить о помощи в любых нуждах. Время не остановить, не повернуть вспять. Оно идет, отмеряя минутами нашу жизнь. И каждый день мы замечаем, что время летит все быстрее и быстрее, будто кто-то прокручивает стрелку часов вперед. Но если научиться ценить каждую минуту, останавливаться и осознанно глядеть вокруг себя, принимать жизнь, ценить ее, то время замедляет бег, и дни становятся насыщенными, полными. В каждом дне в определенный период мы можем отвести для себя время, чтобы впустить в свою жизнь светлое, доброе. Час ангела помогает нам сближать с ангелами-хранителями. В каждом дне в определенный период мы можем отвести для себя время, чтобы впустить в свою жизнь светлое, доброе, нашего ангела и позволить ему помочь нам. 8 октября – день памяти чудотворца святого Сергия Радонежского. В этот день мы можем обратиться со словами молитвы о здравии, исцелении близких, о детях, их здоровье, хорошей учебе. Также к святому обращаются с просьбами о любых нуждах и проблемах. И 8 октября в течение всего дня, в любое время, когда вы выберете для себя время, достаточно 5 минут и прочитайте такую молитву. Рожденная чудом искра вечного проявления Господнего проявится во мне, когда вестью благой озарится душа моя. Я призываю великого Господа прикоснуться к судьбе моей, направить пути мои в русло удачи и благополучия. И 7 истоков небесных соединится в сердце моем, когда Господь услышит меня, и чудом благословленным жизнь моя обретет новый смысл, и я обрету силу жизни. Обрету успех в деле сегодняшнем и в делах будущих. Не будет препятствий для меня, ибо рука Господа поможет мне. Истина. Вот эту молитву вы можете прочитать в течение дня. Уделите себе 5 минут, прочитайте данную молитву, и вы увидите, как ваша просьба будет услышана.